Скандальная общественница Тамила Афанасьева попала под так называемую народную люстрацию. Женщину забросали мукой и яйцами. Афанасьева должна была участвовать в общественных слушаниях при фискальной службе. Активисты Евромайдана обвинили женщину в коррупции, а сам совет назвали карманным органом, который только помогает коррупционерам. Они все время пытаются назначить своих, как называется, ручных общественников. Один бадалан что стоит. Поэтому нам придется вернуться к мусорной люстрации. Мы не собираемся, естественно, вести себя агрессивно, но решили показать, что мы постоим за город, за страну и вообще за себя. Не допустим произвола. Есть люди, они умеют вести, и женщины вместо того, чтобы готовить блины, понимаете, что-то подготавливают. Вот, вот, пожалуйста. Ничего. Ну, видите, все ингредиенты для кухни на мне готовы. У красавица! Вот так ты должна выглядеть всегда. Любочка моя, ну я ж сладкая, вкусная, буду так выглядеть. Нельзя, да потом буду сделать. Канатная вода. Там шикуйся. Красавица. Короче, все, что есть, все на мне. Осталось сахар. У кого есть сахар? Нету сахара, что ли? Нет. Спасибо.